Ребятки, мы приехали на море. Время почти 3 часа. Ну, как раз нормально. Шо? Не верите, что в этих краях море есть? Какие цветы растут? Есть, есть. Ну, сейчас за молодым человеком. Он, правда, чуть-чуть не туда. Сейчас покажем вам дорожку к морю. Скажите, что так поздно? Ну, только с работы вырвалась. Так и на море сразу. Бегом отдыхать. Ага. Купальник с утра нацепил. Так я в мокром купальнике потом и поеду дома. А что там? Бомжики. Есть бомжики. Спортивно, так спортивно. Какая нам разница. Давайте я вам дорогу на море покажу, что я вам всю свою рожу показываю. Ну, такая дорожка. Кажется, что она ведет в никуда, потому что мало людей они и знают, только местные жители. Видите, вон, с моря идет чувачок. Мы, конечно, с вами не идем на какой-то элитный пляж, где зонтики, где все это продается. Самый, что не есть, задрыпанный морской берег Генуи, болотце. Ну, гляньте, сколько машин. Видите? Скажите, погода сегодня? Гляньте, какое небо. Ага, в тучках. Как раз для меня. Потому что даже крема не взяла, чтобы не загореть. Буду в воде сидеть. Уздрики в футбол играют. Все голые бегают. А там вдали он, пожалуйста. Море. Ты слышишь, море. К тебе хочу я. Как-нибудь. Ладно, идем ближе. Ну что, вот люди как на море купаются, видите. Лежит в 3 километрах от моря. В воде стопудово нет никого. Все чисто принимают солнечные ванны. Лелек, как всегда, все наоборот. Я только сижу в воде, а полотенце на суше. Идем посмотрим. Белых песков тут нет. Тут есть вот такие вот камушки. Серый песочек. Но воздух морской. Не, еще пару человек что-то там бультыхаются. Странно, странно, странно. Это что-то на итальянцев. Значит, это иностранцы. Потому что итальянцы обычно в воде не сидят. Ой, как хорошо. Неужели мы вырвались на море? Что-то тут понаставляли всяких этих. Что-то везде таблички. Осторожно. Внимание, опасность. Какая опасность? Кого нам надо опасаться? Акул, моря. Так, что-то тут крупный камень пошел. Надо где-то забраться на более мелкий. Я ж еще и без Вьетнама. Из работы вот выскочила. Непонятно что. Непонятно куда. Приехала одна на море. А, красота. Так, так, так. Ловим место. Людей я бы не сказала, что так уж много. Тут в основном местные. Идем. Лелек в темных очках идет в воду, чтобы казаться более загорелой. Так, щупаем, что тут у нас с водичкой. Горячий, видите? У нас еще аэропорт города Генуи. Самолеты взлетают. А, красота. Водичка чистая. Не будем. Камеру в целлофанчик я не закутала. Ой. Капу, 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 камушкам. Ой, 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 ой. Хорошо, хоть водичка чистая. Медуз тут нет.
Мама дорогая. Раз, два, три. Ух, красота. Я не вижу, что я снимаю. Море снимаю или себя снимаю. Потому что такой яркий свет, что нифига не видно. Надо телефончик положить на берегу. Самой хоть скупнуться нормально, да? Ой, красота. Прохладненькая водичка, хорошо. Ага, кажись, я свой Харрисон увидела в отражении. Очень, вообще ничего не видно. Не видно, что я снимаю, что я не снимаю. Потом дома на большом экране увижу. Слава Богу, что солнышка нет. Ой, расслаблен, ребята, водичка хорошая. Водичка класс. Сейчас я вам покажу окружности пляжа. Эта зона у нас называется Сестри Панель. Видите, город. Вон горы, как всегда. Тут море. Там прогулка вдоль моря. В основном везде идут. Прогулочный берег вдоль моря. Там уже порт идет. А по морю плывет теплоход. Та-та-та. Аэропорт с той стороны у нас. Народ со всех сторон. Как я вам и сказала, купаются в основном и иностранцы. Эквадор, Румыния. Итальянцы в воде не сидят. Итальянцы все лежат, читают газеты. Туда дальше дома. Туда дальше горы. Вот такие помидоры. Вот так вот. Сейчас Лилёк пойдет купаться. Расслабляться. Или просто сяду в ноги. Ножки в море. Опущу. Ничего не хочу. Видите, как сеньора сидит в оранжевом купальничке. Вот это я сейчас так бухну всю водичку. И Галя дома. Вот это, по-моему, села волной. Туда-сюда, обратно. И всем, и нам приятно. Как обычно, дети гребутся в песочке. Мало людей, это не наше побережье, да? Никто не дурачится, никто не хочет. Все тихо и спокойно. Что скажете? Дождь до нас дойдет, что не дойдет, в конце концов. Надоело. Мне кажется, был бы дождь, я бы еще с большим удовольствием бы на море приехала. Посидеть вот так вот в водичке. Соленый. О, куколка лежит. Пиздрики. Ой, воздух такой. Тащит лодку по уже. Ну-ка, посмотрим, что он там тащит. Ой. Пойдемся по пляжу. Здесь хорошо идти, здесь песочек. Вот по камушкам больно. Спасателей тут нет. Каждый сам себе спасатель. Есть такие дорожки, по которым спахивают маленькие лодочки. Такая тележка стоит, видите? На нее грузится лодка, есть специальная дорожка. Тут выходить на шлюпке в море. Хорошо. Все такие загоревшие, я как бледная погодка.
нравится. Море чистое. Где какая-то бумажка валяется, это ерунда. У нас тут пирожков и всего остального не продают. Может, какие-то, так сказать, негритосики. Он пошел впереди меня с надувными кругами. Там сумочки, очки, чисто такое. А чтобы у нас пирожки, беляши и все остальное, такого нет. Может только ходить. Коко белло, коко белло, коко фреско, коко белло. Вот это может. Видите, какие камни. Идем. Походите. Кто моря не видел, клянусь-ка. Давай, окунайся со мной. Кто еще вдалеке от моря живет. Походите по водичке, подышите воздухом. Два рыбака сидят, что они сидя там ловят, непонятно что. Может, какую-то русалочку вытащат на берег. Сейчас мы их спросим. Клюет? Че не клюет? Лепота. А что нам делать? Покушать мы покушали, да? Понравилось покачать? О, что это тут за деревеняки плавают? Чи сону пеши? Ну, че пеши? А, серве qualcosa per farlo mangiare. Говорит, что при наживке нет. Pezzo di pane. Хлеб мы и сами съедим, конечно. Так. Идем тут до камушка пройдемся. Тишина и спокойно. Такой камушек хороший, садимся. Место нашли себе. Опля! Сижу и на море все гляжу, я сижу, гляжу, и на море я гляжу, рядом, вокруг себя, и ничем не шутя. Ну а я все сижу, на самолетике гляжу. Мурочка, старелочка, да, вырвалась на природу. А негр на камнях сейчас. Не знаю, видно вам, видите? Оранжевые точечки. В джинсах и рубашечке стоит продавец. На камни взобрался. Сейчас пойдет по узбережью, там другие пляжи. Там на камнях тоже люди отдыхают. Видите, даже пальмы в этом году. Все черные листья прямо упали. Ребята, дождя не было. Вообще не было. В этом году дождя вообще не было. Слушайте. Шум прибоя. Наслаждаюсь. Золотая рыбка. Попадись нам на крючочек. Скажите, что приехала в такое болото? Тут машину есть где поставить. Вчера на шале поехал по Лигурийскому побережью на мотоцикле, чтобы попасть на пляж. Можете себе представить, что для мотоцикла не было места. Он объехал несколько пляжей, и только на одном пляже случайно кто-то выехал, и получилось, что у него оказалось одно место, и он смог отдохнуть на пляже. Вот так. А здесь спокойно. Вот такие горы камней. Тошнас не пугает.
А, вон, видите, лодку все-таки стащили вниз. Пока мы с вами ходили, гуляли, лодка уже внизу стоит. Видимо, сейчас пойду рыбку ловить. Ну, еще один сзади рыбачок подтягивает. Море успокаивает. Так, что там наш рыбак? Да нет, перезакидывай. Ничего он не поймал. Ну-ка, хоп. Так. Бачив би он, как наша Луська рыбу ловит, как она закидывает, да, Луся? Вам не снилось. И себе, что ли, удочку взяли. Когда с работы выйдешь, ты туда сидишь. В голове вообще не будет. Даже разговаривать не хочется. А ножки, и пяточки размотаются, и все остальное тоже. Самолет за самолетом. То взлет, то посадка. Вышел наш рыбак с воды. Видно, не туди и не сюди. Даже стыдно вам свои ноги белые показывать. Белые, потому что с хлоркой мою, да? Я вообще не загораю. Когда? Зимой будем загорать. Сказала в уши, зимой будет расслабон полный. Но это мне с трудом верится. Доживем, увидим. Вон поплыла лодочка. Видите, лодочки что стаскивали. Та-ра-ра-ра, моторная. Конечно, если бы мы на нерви поехали, там яхты, там все вот эти парусники, там, конечно, побогаче народ. А тут такой народ бедненький. В основном иностранцы, они на автобусе приезжают и отдыхают. Ну, ребята, далеко ехать не надо. Это в 10 минут езды от меня. Что еще надо после рабочего дня уехать на полчаса. А там, вон, смотрю, вдалеке удочки. Раз, два, три, четыре удочки. Вам, наверное, не видно, они тонюсенькие. Но все равно хорошо. Вон, еще одна удочка распадалась. Такая длинная, метра, наверное, четыре. Жилые микрорайоны. Церквушка. Чаечки летают. Знаете, где я свое полотенце оставила? Фиг знает где. Никто ничего не тронет. А в машине вообще и сумка, и все остальное. Кошелек, и деньги, и все документы. Тут как-то на этот счет спокойно. Машина закрыта, как ключи от машины. С полотенцем совсем там валяются. Ну все пофиг. По барабану. Ай. Так, волна моя волна. Сейчас выйдут с моря 33 богатыря, да?
что побультыхалися. Пошли еще чуть-чуть в воду, занырнемся. Опля! Кто не боится нырять? А ну-ка, черновцы, подключайтесь. Моря у вас там нету. Раечка, тоже давай водичку холодненькую. А! Шучу, шучу. И какая она не холодная, как парное молоко. Жарюка такая, какая вода холодная. О чем вы говорите, ребят? Ой, так промассажировались. Так хорошо, что бегаешь целый день. Копыца отваливается. А тут так хорошо. Так. Идем, а то потеряем наши ключи от машины. Будет нам. Ну-ка, что там? Кто там клюет? Никто не клюет. Папочка с мамочкой, тоже заходите, ножки помочите. Я вас глубоко не поведу. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Тут вода, наверное, градусов на 34. Солнца нет, но на улице паркота стоит. В тени было 32 градуса. Если бы шло солнце, было бы все 40. Смотрю, с собачкой. А, еще один самолет. Мужики с пивасиком сидят. Хорошо. Все, ножки подходили. Кто замки из песка не строит, это не на нашем виде. Здесь все совсем наоборот. Видите, в основном все принимают солнечные ванны. Женщина продает костюмы, купальники, всякую ерунду. Ходят бедные по пляжу, жарко. Но если ты купишь, и у тебя полиция проверит, штраф и именно. Покупать лучше не надо, скажи. Эора ла лиль экуэль.